Мы с вами на прошлом занятии приступили к изучению большой темы проблемы гломерулонефритов. Мы определили критерии, по которым эти заболевания объединяются в общую группу, и те критерии, по которым они формируют специфические нозологические формы. Мы с вами разобрали вопросы функциональной анатомии почечного клубочка и приступили к вопросам иммунопатологии. В целом, да, ну, в частности, применительно к проблеме гломерулонефрита. Мы успели разобрать механизмы гуморального иммунитета, да, антитела и основной медиатор, который реализует действие этих антител, иммунных комплексов, да, это система комплимента. Значит, второй механизм защитной нормальной иммунной системы – это клеточные механизмы защиты и, соответственно, когда они приобретают патологическое свойство, это иммунопатология, связанная с нарушением клеточного иммунитета. Напомню из курса там, патофизиологии, микробиологии, где вопросы иммунитета разбираются, что два типа клеточного иммунного ответа существует. Это так называемая реакция гиперчувствительности замедленного типа, ГЗТ сокращенно, да? Вот. А есть еще ведь гиперчувствительность немедленного типа, да, это анафилактические реакции, которые быстро на глазах развиваются. В чем критерии различия вот этих? Это же история, 19 век, это еще бог знает когда наши предшественники, да, эти термины применили. Прототипом реакции ГЗТ, гиперчувствительности замедленного типа, является туберкулиновая проба. И помните, когда ее первый раз меряют? Через 24 часа, да? Вот, проявляется. То есть медленно. А анафилаксия на глазах. На глазах немедленная реакция. Да? Отек, квинки, да? Падение давления, анафилактический шок и все такое. То есть чисто временной фактор был положен в основу этих иммунопатологических реакций. Вот, поэтому, переходя к гиперчувствительности немедленного типа, второй тип клеточных реакций – это прямая Т-клеточная цитотоксичность. В патологии гломерулонефрита основную роль играет ГЗТ. Прямая Т-клеточная цитотоксичность – это трансплантология. Это отторжение трансплантанта. Там есть острое отторжение, где именно вот, антительные реакции, быстрые. Есть хроническое иммунное отторжение, где действительно принимают участие реакции клеточного иммунитета. Это другая тема, мы к ней сегодня касаться не будем. Где еще в нефрологии, в нашей, скажем, такой вот клинической реакции прямой Т-клеточной цитотоксичности играет роль? Это интерстициальные нефриты некоторые, лекарственные интерстициальные нефриты. Но поскольку у нас с вами сегодня проблема именно гломерулонефрита, то здесь гиперчувствительность замедленного типа является основным типом клеточной иммунной реакции, вот, повреждающей почечные клубочки. Вот на этом слайде принцип развития реакции ГЗТ изложен. Опять же, иммунная система должна обнаружить некий антиген, который является патологическим, на который она должна ответить или в норме, или в патологии. Да? Должна ответить адекватно в норме и неадекватно в патологической ситуации, как мы в прошлый раз с вами определили. Значит, разведчиком является Т-лимфоцит. То есть тот Т-лимфоцит, на котором изначально имеются рецепторы ко всем возможным антигенам, да, вот теория Беннетта, помните, Беннетта, который предполагает, что иммунная система заранее как бы знает все возможные комбинации антигенов, да, и она имеет в своем наборе, скажем, в архиве все клетки, которые хотя бы одну клеточку, да, прогенитор, то есть прародитель, да, который несет рецептор к этому возможному антигену, да, и когда антиген появляется, то эта клетка дальше активируется, и происходит экспансия клона, как говорят, она начинает размножаться. Да? В итоге появляются клетки-эффекторы, которые вот на этот антиген реагируют. В норме это адекватно. Если экспансия клона появляется или сверхсильная, или реакция на неправильный антиген, сверхсильная – это будет
аутоиммунитет. А если на неправильный антиген, это будет анафилактическая реакция. А если вообще ни на какой антиген, будем мелом своим иметь или что-то такое в этом духе. Да? То есть в любом случае экспансия клона одна одних из базовых принципиальных реакций, которые реагирует иммунная система. И вот Т-лимфоцит, который распознает, скажем, неким антигенный материал, представьте себе, что это клубочек, вот мезенгиальные клетки, да, вот сюда попал антиген стрептококка, мы в прошлый раз как раз эти иммунные комплексы с вами рассматривали с антигеном стрептококка, да, и на этот антиген стрептококка иммунная система развела иммунный ответ, да, Т-лимфоцит его здесь обнаруживает, но поскольку это клеточная реакция, он призывает клетку посредника. При ГЗТ Т-лимфоцит только разведчик, он обнаруживает антиген. А дальше он вызывает основные вооруженные силы, да, это макрофаг. С помощью специальных молекул, да, вот макрофаг активирующий фактор. И дальше в очаг, вот сюда в мезангий, из просвета капилляра, вот те самые механизмы с адгезивными молекулами, про которые я вам рассказывал в прошлый раз, да, наступают основные, так сказать, боевые отряды в лице макрофагов. То есть моноцит, покуда он в кровотоке, он называется моноцитом. Как только моноцит поступает в ткани, он называется макрофагом. Да, вот, собственно, в чем разница. И дальше Т-лимфоцит заставляет макрофаг выполнять все необходимые действия, ну, на уничтожение, да, вот объекта. Хорошо, если это опухолевая клетка, хорошо, что если это бактериальная клетка там, или паразит, тут он по назначению действует. А если это, собственно, мезенгиальные клетки, собственный матрикс, где сидит стрептококковый антиген, то есть реакция неадекватна поставленной задаче. И вот дальше развивается инфильтрация, да, как я вам рассказывал, инфильтрация из клеток с одним ядром. Поэтому она называется мононуклеарная. Вы, наверное, термин слышали, да, инфильтрат из мононуклеаров. Ну, это вот лимфоциты и моноциты, да, их можно при желании различить. Все-таки лимфоцит гистологически маленький, кругленький, там одно ядро по существу видно, да. А моноцит – большая клетка с цитоплазмой и так далее, с менее плотным ядром розоватым и так далее, и так далее. Этот инфильтрат можно просчитать. А при остром иммунном воспалении у нас с вами какие клетки принимают участие в развитии острого иммунного воспаления? Кто рискнет вспомнить знания по патоанатомии, по патофизиологии? Да? Диплом получили с отличием. Смело есть. Все отличники. Ну, мононуклеары. То есть не мононуклеары, полинуклеары. Да? Острое, эксудативное, нейтрофильное воспаление. Да? Врачу не обязательно знать, ладно, это так. Но в принципе надо понимать. Значит, в итоге развивается мононуклеарная инфильтрация. Да? Макрофаги выделяют повреждающие факторы. Что это может быть? Активные радикалы кислорода. Да? Это могут быть протолитические энзимы. Да? Все эти факторы агрессии, которые направлены на убийство объекта, микроба, опухолевой клетки, да, там, паразита мелкого всякого, да, и так далее, и так далее. Но все это рушит нормальную почечную ткань и приводит к повреждению. Помимо повреждающих факторов, мононуклеарные клетки выделяют, макрофаги в частности, да, выделяют фактор репаративный. То есть фактор, во-первых, роста, да, вот, который заставляет пролиферировать местные клетки, да. А поскольку у нас местные клетки, как мы с вами договорились, мезенгиальные, они же фибробласты, да, они вырабатывают межклеточное вещество, макрофаг еще выделяет факторы, стимулирующие синтез коллагена. Да. То есть в итоге у нас развивается пролиферация мезенгиальных клеток, и они еще нарабатывают межклеточное вещество. Да. То есть когда это порез, скажем, травма, да, это все хорошо. Вот, с точки зрения биологии, да, все эти реакции защитные. Да, у нас бы ни одна с вами травма не заканчивалась развитием рубца, и все бы люди погибали от кровотечения и так далее. У нас с вами ни одна бы операция хирургическая, да, не заканчивалась бы заживлением операционного шва,
да, которую зашили, он бы так и разваливался постоянно, да. А для хирурга первичным натяжением, да, рубец, это счастье, да, и для нас с вами, соответственно, счастье, да. Но когда эта же реакция развивается в нормальном почечном клубочке, ничего хорошего из этого, как вы понимаете, не получается. Мы в итоге теряем клубочек, у нас развивается гломерулосклероз, ну и, соответственно, когда все клубочки, или значительная часть, 50%, да, теряются, у нас при потере 50% клубочка развивается та самая адаптивная патологическая адаптация, реакция адаптивная, да, повышение внутрикапиллярного давления, мы с вами в прошлый раз рассказывали, да, это разумно с точки зрения приспособления. Но это заканчивается плохо, поскольку повышение давления внутри капилляра, оно ведет к определенной целой цепочке событий, и в итоге мезенгиальные клетки начинают вырабатывать межклеточное вещество. Вот замкнутый круг, да, порочный круг, который развивается. Поэтому термин патологическая адаптация, да, вам теперь абсолютно понятно. К сожалению, вот так. Ну и вот теперь окончательно. Мы с вами разобрали два типа патологических реакций иммунного ответа. Гуморальная, с выработкой антител, образование иммунных комплексов или прямым действием антител к базальной мембране полученного клубочка. И реакции клеточного иммунитета. Да. Разобрали посредников, которые реализует повреждающее действие гуморального и клеточного иммунитета. Да? И что дальше? Это принципиально, если посмотреть, независимо от того, какая иммунная реакция вызвала, клубочек довольно стереотипно реагирует на эти вещи. Вот слева в квадратиках они обозначены. И я уже постоите назвал термин. Это пролиферация. Да? Когда она в клубочке начинает пролиферировать мезенгиальные клетки. Ну, в принципе, еще эндотелиальные. И очень редко эпителиальные, да, вот и до сих пор еще спорят патологи, да, патофизиологи почечные, пролиферируют ли подоциты. До когда-то, лет 10-15 назад, категорически говорили, что подоциты не пролиферируют, да, пролиферируют, правда, очень медленно и в небольшом количестве, это с трудом удается доказать. То есть, в принципе, все собственные родные клетки почечного клубочка при соответствующих иммунных атаках могут подвергнуться пролиферативной реакции. Наиболее легко это делают мезенгиальные клетки, дальше следует, так сказать, по возможности пролиферировать эндотелиальные клетки, ну вот в меньшей степени подоциты и эпителиальные клетки. То есть пролиферация. И вторая – синтез матрикса. Синтез матрикса. Собственно, если мы возьмем вот эти два компонента, их соотношение, что преобладает, пролиферация или наработка матрикса, да, или их, так сказать, разные сочетания. И второе, количественное выражение. Мы можем с вами получить целый спектр морфологических изменений. От нулевых реакций, да, как при липоидном нефрозе, да, до крайне выраженных реакций, да, когда бурная пролиферация мезенгиальных клеток, бурная пролиферация клеток еще особых, вне капилляров, там, париетальные эпители еще полулуния образуются, да, и с развитием полной облитерации почечного клубочка за счет наработки матрикса. То есть от 0 до 100% пролиферации. А внутри всего две реакции. Пролиферативная и синтез. За пролиферацией, как правильно, идет синтез матрикса. Хотя есть формы нефрита, мы дальше о них и поговорим, где очень небольшая пролиферативная реакция, изначально почечный клубочек настраивается исключительно на синтез матрикса. Вернемся опять к острым и хроническим нефритам. Да, мы с вами определили, что вся та масса нефритов, с которой мы с вами сталкиваемся в практической работе, это изначально хроническое иммунное воспаление. Да, которое по законам хронического иммунного воспаления, оно может быть или рецидивирующим, да, обострение, затихание. Затихание или спонтанное, или с помощью наших лекарственных воздействий, потом новое обострение, да, новое затихание. Да. Но каждый раз это не на плоскости, а вот после каждого обострения мы с вами получаем наработку матрикса, обострение уже опять с новой дозой матрикса. И так, в общем, нефросклероз все дальше и дальше, пока мы ХПН с вами не получим. Да? Да. Это один вариант. Да? Второй вариант, когда мы не видим четких различий между обострениями и ремиссиями. Значит, вот
слово ремиссия, да, затихание, спонтанное или лекарственное. Значит, когда как бы вот это воспаление, оно постоянно персистирует, да, вот так чуть наверх, да, и мы не видим пустую ремиссию. Болезнь как началась, и она в гору идет с разной скоростью, прогрессирующая. Другой вариант. Но в основе все равно это хроническое иммунное воспаление лежит. Острое иммунное воспаление, в отличие от хронического, это цикл. Началось, достигло своего максимума, и дальше теоретически должно затухнуть, да? И болезнь сама закончится. Может еще раз вернуться. Вот насморк. Я в качестве примера, да, привожу обычный там вирусный или бактериальный насморк. Да? То есть он начался, и как шутят, если лечить, то 7 дней, если не лечить, то неделя. Да? Обычный цикл вот, развития насморка, да, вирусного, там неделя, 10 дней, да, да, и без всякого антивирусного там, препарата, и так выздоровеешь. Да? Собственно, и острый нефрит, по сути, все то же самое. Другое дело, сроки немножечко другие, да, там несколько месяцев реально. У большинства полное клиническое выздоровление развивается. Но острым нефритом, как я говорю, можно болеть много раз. Другое дело, к счастью, этого не случается. И те случаи, когда острый нефрит там, повторяется в течение жизни пациента 2-3 раза, но это уникально, их в литературе описывают. Причем возбудитель каждый раз разный. Да? Да, в детстве, там, допустим, острый нефрит, стрептококк, потом где-то там, лет в 30 после пневмонии, пневмококк, да, там еще в 50 лет перенес какой-то вирус, да, но это трудно доказать каждый раз. Другое дело, что без всякого лечения болезнь проделывает свой циклический, так скажем, вариант. Очень сложно это патологически доказать, да, потому что внешне это кажется одна болезнь, просто вот такие редкие обострения детства, ну, так скажем, молодой взрослый, потом уже взрослый-взрослый, да, это как на английский язык у них очень хитро, да, young adult и adult, да, вот так, и такие разные термины звучат. Значит, почему, при, казалось бы, начальной общей патологической реакции при остром нефрите все заканчивается практически полным выздоровлением, даже с восстановлением архитектоники почечного клубочка, да, вот если картинку взять, ну, в клинике это невозможно, а при эксперименте, да, вот, сделать биопсию мышки до развития экспериментального сыворотчатого нефрита, это модель пострептококкового, да, и после того, когда он сам собой закончился. Да, вот когда, ведь из острого сыворотчатого нефрита можно сделать хроническую болезнь, когда постоянно вводить там альбумин или глобулин, чужую сыворотку, да, а можно одну инъекцию сделать, и мы с вами получим модель острого пострептококкового гломерулонефрита, потому что будет цикл болезни, да, и когда мы сделаем биопсию этой мышки-крыски в момент клинического здоровья, мы увидим, что по существу клубочек полностью восстановился. Там немножко склероз, какие-то капиллярные петли запали, но степень восстановления там 80% вот исходного. Вот почему при остром нефрите вот это происходит, а при хроническом нет. Значит, иммунная система и воспаление, организм в целом обладает очень разумными, да, ну, в кавычках, механизмами защиты, да, которые были эволюцией, выработанные на протяжении там, миллионов лет, да, развития животного мира, вершиной которого мы с вами являемся. Да, вот. Значит, какие это механизмы? Ну, начнем с пролиферации. Вот мы с вами говорили, да, что пролиферация – это последствия инфильтрата или нейтрофилами, или мононуклеарными клетками, которые стимулируют дальше вот пролиферацию местных мезенгиальных клеток. Что с клетками инфильтрирующими происходит? Во-первых, они могут... Нейтрофилы вообще живут 24 часа. Да? Это клетки одного, как камикадзе. Они ходят только в одном направлении. Да? Вот их натравили убить бактерию. Да? Она идет в ткани, она выбрасывает свое содержимое гранул, там вот активные радикалы всякие, да, ферменты всякие, агрессии, которых микробы убирают. Дальше вот, ростовые факторы, которые вызывают пролиферацию фибробластов и синтез коллагена, да, чтобы там рубчик
в легких, скажем, образовался, да, пневмосклероз после пневмонии, да, вот так вот, и все закончилось в итоге, да, с антибиотиками или без, вот так вот, да. Лимфоциты, моноциты – это клетки долгоживущие, все-таки так, в один конец они не ходят. Если не очень долго будут присутствовать в тканях, то дальше они будут все время поддерживать и накручивать это воспаление. Тем более, что новые отряды будут все время приходить, да. Вот. Почему? Что происходит при остром воспалении? Значит, куда деваются эти клетки? Они могут опять мигрировать в кровоток. Вот пришли из просвета капилляра, да, в мезанги, потом в силу определенных молекулярных команд им говорят, иди назад. Ты свое дело сделал, там вот, микроба убил, уходи назад. Они ползут назад. Другой путь. Мы с вами, обсуждая, что из себя представляет почечный клубочек, помните, когда я вам внешне показал, что из себя представляет мезангий, ну, вы сказали, очень на головной мозг похоже, да? Еще одна модель, и я тогда не стал вам говорить, это виноградная гроздь, вот, про дольки. Вот, если взять виноградную гроздь за хвостик, да, дальше мы получаем с вами вот такое постоянно ветвящееся дерево, да, и на конце виноградные ягоды, да. Вот гломерулярная долька чем-то соответствует виноградной ягоде, да. Но они висят на неком ветвящемся стебле, это мезангий. Есть еще одна модель, описывающая функцию мезангия, да, тонкий кишечник. Вот если вы представите, что капиллярные петли клубочка – это тонкий кишечник, а брыжейка – это мезангий, вот полная аналогия. Значит, из тонкого кишечника, из просвета капилляров, да, из него в брыжейку мигрируют клеточки, да, а дальше они могут через брыжейку уползать куда? В забрюшинное пространство, да, и, соответственно, клетки воспаления из почечного клубочка через мезангии могут попасть в интерстиции. Ну, что соответствует забрюшинному пространству. Клубочек как бы очистился от них, но зато не все сидят в интерстиции. Но клеточности нет, и они не стимулируют дальше пролиферацию межклеточных веществ. Да? То есть вот некие защитные реакции, которые позволяют клубочку избавиться от избыточного количества клеток воспаления и местных клеток, а местные клетки, теперь про местные. А местные начали пролиферировать, их тоже много. Почему при остром нефрите их становится потом мало? Есть уникальный механизм биологический контроля за избытком клеточной массы. И вы прекрасно знаете этот механизм, да, просто никогда не думали его об основной роли. Он называется апоптоз. Да? И когда всех спрашивают, да, студентов, там, молодых врачей, что такое апоптоз, все, как таблица умножения, говорят, программируемая клеточная смерть. Ну и что? А для чего это нужно? Да? Сейчас расскажу, для чего нужно, потому что это очень важно для понимания, как все-таки иммунная система вот, или позволяет острому клеточному воспалению, да, острому нефриту зажить, или, так сказать, изначально, почему при хроническом умном воспалении прогрессирование идет в гору. Значит, механизм апоптоза является одним из важнейших, который вот может притормозить развитие пролиферации гиперклеточности. Да? Какой антипод существует апоптозу? Да? Значит, апоптоз – программируемая клеточная смерть. Может быть, вы знаете, да? А что является противоположным патологическим явлением, да, которое вот резко отличается от апоптоза? Некроз. Правильно. Кто там, покажите, кто там тихо-то? Я все запоминаю, кто хорошо знает курс. Вы тогда хорошо с субэндотелиальными, да, депоистами угадали. Некроз, правильно. Да. Значит, какая основная задача биологическая, да, апоптоза? Это избавление от ненужной клеточной массы физиологическим тихим путем. Да, чтобы умирающая клетка, да, программируемая клеточная смерть, да, не вызвала вокруг себя никаких неприятностей. Да. Вот, как это происходит? Во-первых, сам механизм генетически заложен в самой клетке. У них как бы есть кнопка самоуничтожения, да, вот, как когда ракету, да, там выпускают, да, и она вдруг не туда летит, отклонилась. Дают команду, и ракета там взрывается над Тихим океаном. Да. Вот ровно такой же механизм самоуничтожения заложен в любой клетке. Да?
Вот. Но для этого определенный рецептор существует, да, на поверхности клетки. Вот. И когда определенный сигнал на клетку приходит, она начинает тихо-тихо, блокируется определенный ряд и ферментных внутренних систем, активируется другая, и клетка начинает усыхать. Усыхать, сморщиваться. Вот цитоплазма начинает превращаться там в некую тень, и клетка внешне выглядит вот совершенно усохшей. Ядро выбрасывается за пределы клеточной мембраны. Тут же приползает макрофаг, раз, съел, клетки нет, как будто и не было. Абсолютно тихо умерла клеточка, никакой неприятности. А при некрозе что? Да? У нас клетка умирает с грохотом и со взрывом. Значит, ее содержимое, ее гранул, да, протолитические ферменты вырываются наружу и начинают губить соседние клетки. Зона некроза, она все расширяется. Да. То есть это патология, это беда. Это беда. Значит, если не апоптоз – это физиология, то некроз – это тяжелая патология, да, как вы понимаете. Да. Вот. Теперь для чего это нужно? Во-первых, нам апоптоз нужен для нормального поддержания органов, где постоянно обновляются клетки. Ну, где у нас эпителий постоянно в кишечнике обновляется, да? У нас масса клеток в костном мозге вот, постоянно пролиферирует, да? У нас волосяные фолликулы пролиферируют, да? Вот так, кератиноциты пролиферируют, да? Ну и масса других паренхиматозных органов пролиферирует. Значит, чтобы вам стало ясно, почему апоптоз крайне важен для нормального существования организма, вот скажу, что механизмы апоптоза нарушены при опухолях. Да? То есть не только иммунная система не видит врага, да? Она вот ослеплена, враг ослепляет иммунную систему, да, и вот эти клетки, Т-лимфоциты, которые да, шныряют, да, этих функций я вам рассказывал, они постоянно ощупывают, да, ощупывают, как вот собачки, вот эти ищейки в аэропорту, да, наркотики еще, да, вот нюхают там багажи все время. Они по всем тканям мигрируют, да, и вот каждую клеточку ощупывают, да, с помощью антигенов гистосовместимости, свой-чужой, да. Если не свой-чужой, да, значит, ее тут же убивают. А опухоли, они определенным образом ослепляют вот этих ищеек, и ищейка их принимает за свою родную клетку, да. И они начинают размножаться, но при этом, если еще другой механизм запускает апоптоз, они не реагируют на эту кнопку, да, перепрограммировали как бы, да, вот опять же я аналогии провожу, и вот опухоль начинает пролиферировать, все больше клеток там и так далее, и так далее. Нарушенный механизм апоптоза – это один из механизмов опухолевого роста, понимаете, вот так качество. Ну, вернемся к нам. Значит, вот нет адекватного контроля за избыточной клеточной массой, потому что при хроническом гломерулонефрите механизм апоптоза нарушен. Вот. Ну, теперь совсем на закуску я рассказываю эту драматическую историю. Вот вы говорите апоптоз, да, программируемая клеточная смерть. А что значит слово апоптоз? А как переводится? Такое французское слово, которое переводится как «опавшие листья». Да? Вот я только сейчас про сморщенные клеточки, да, вот осенние листья, упавшие, сморщенные, вот такие, да. То есть, опять же, морфологи, которые очень любят описывать некоторые события разными привычными терминами, ну, там, мускатная печень, там, саговая селезенка, да, вот все такое вот гастрономическое, да, очень любят. Ну, вот они вот и этот процесс описали как опавшие листья, да, апоптоз. Ну, вот о терминах. Теперь следующий слайд. Два слайдика будет, да? Собственно, что же мы с вами писали основные процессы. Первый слайд будет посвящен вопросам, как развиваются клеточные реакции, каким образом они контролируются. Вот. А второй, можно на короткое время второй слайд, а потом вернемся. И как контролируется продукция матрикса, да? Назад вернемся. То есть, что первые два таких вот неоновых, да, или зеленоватых термина подкрашенных, это плюс,
что вызывает большую клеточную массу, да, и что вниз контролирует, уменьшает апоптоз, клиренс. Вот слово клиренс, когда я говорю, клетка может уйти обратно в кровоток, это клиренс, как бы очищение клубочков уходом клеток обратно в кровоток. Ну, апоптоз я только сейчас вам рассказал, да. Значит, у нас с вами гиперклеточность, когда мы клубочек гиперклеточный, да, вот морфолог описывает, да, гиперклеточность клубочка. Она состоит из двух компонентов. Во-первых, инфильтрация, да, клетки пришли, они же тоже свой вклад в количество клеток клубочек вкладывают, да. А второе, они простимулировали пролиферацию местных клеток, тоже количество увеличивают. То есть два процесса, инфильтрация или пролиферация. Значит, дальше это фактор, то есть какие молекулы отвечают за этот процесс. И третий столбик – это источники, какие клетки являются источником этих молекул. Да? Ну, как посмотрите, у нас с вами два типа клеток. Во-первых, это клетки из циркуляции, тромбоциты, моноциты, ну, макрофаги здесь, да, из циркуляции, и местные мезонгиальные клетки. Потому что мы с вами все это разобрали, да, как это происходит. Кто является зачинщиком, кто является ответчиком. Главное, что все они начинают эти вот факторы, то есть молекулы сигнальные, вырабатывать. Очень много факторов. Я только хочу обратить ваше внимание на два. И вот во второй колоночке, вторая строчка сверху, и вот там TGF, со значочком бета, да? Трансформирующий фактор роста бета. Ну, надо сказать, что современному, в общем-то, врачу эту молекулу надо знать, трансформирующий фактор роста бета, потому что это та молекула, с которой связано развитие, наработка коллагена и межклеточного вещества. Да? Вот. Каким образом это происходит? Да? На фибробластах есть определенный рецептор. Да? И когда на этот рецептор к этому самому фактору TGF-бета, да, когда другая клетка вырабатывает этот фактор, она воздействует на рецептор фибробласта, и он начинает синтезировать коллаген и другие компоненты межклеточного вещества. Да? То есть основной стимулятор. Откуда берется TGF-бета? Ну вот посмотрите, справа-то все написано, да? То есть это клетки инфильтрата, моноциты, тромбоциты, да, и, собственно, свои же мезонгиальные клетки тоже вот как порочный круг могут вырабатывать. Значит, много-много. Так, сейчас об этом еще. И еще посмотрите, пожалуйста, на последнюю строчку, да, в средней колонке написаны липиды и ангиотензин 2. А вот это очень важно, да. Мы с вами только сейчас рассказывали о негемодинамических, о неиммунных механизмах прогрессирования, да, о так называемых гемодинамических механизмах или бреннеровских механизмах прогрессирования, универсальных, да, вот неспецифических механизмах прогрессирования. И говорили, что в основе лежит повышение давления в клубочковых капиллярах, а связано это с тем, что спазмируется выносящая артериола. Спазмируется она потому, что на них есть рецепторы к ангиотензину 2, и вот ангиотензин 2 воздействует на эти рецепторы, вызывает спазм выносящей артериолы с повышением внутрикапиллярного давления, но дальше пошло и поехало весь этот механизм прогрессирования. Да? И вот тут вот, да, а ингибиторы АПФ – это вот то наше с вами спасение, поскольку они блокируют выработку ангиотензина 2, да, и механизм как бы блокируется, вот это, о котором мы говорим, да. И складывается впечатление, что ангиотензин 2 – чисто гемодинамический фактор. И вдруг, значит, мы с вами говорим, что в результате лечения ингибиторами АПФ мы предотвращаем развитие склероза. Значит, вот очень внимательно. Значит, на клетках фибробластах есть не только рецептор для TGF, а еще рецептор для ангиотензина 2. Значит, когда ангиотензин 2 вырабатывается, он на ряде клеток запускает выработку TGF-2, TGF-бета, а он, в свою очередь,
поняли, да? То есть на самом деле ангиотензин 2 это не только гормон гемодинамический, а типичный цитокин. Да? Просто когда рассказывают патофизиологи вот, склонны к гемодинамике, они рассказывают чисто гемодинамический эффект. А что при этом еще у нас, извините, чисто воспалительный механизм развивается, да? То есть ангиотензин 2 стимулирует выработку TGF, а TGF выработку коллагена, вот эту часть как бы забывают. Да? А когда мы с вами лечим ингибиторами АПФ, мы реально разрываем все. Мы разрываем с вами выработку коллагена. И через, так сказать, через снижение внутрикапиллярного давления и через блокаду вообще активации фибробластов. То есть разорвать вообще иммуновоспалительные гемодинамические механизмы, строго говоря, невозможно. Это единый биологический процесс. Вообще патология и биология – это единый процесс. В свое время, помните, была наука, называлась философия. Вот вся наука была философия. Там был как бы взгляд на жизнь, на природу, на человека, на правила, на математику. И философ был всем. Да? И Сократ, он же и математиком был, да, не только. Наука была общая, а потом она начала детализироваться на отдельные вот фрагментики. И в биологии, и в медицине, соответственно, да, вот различные дисциплины, они изучают процесс своей методологии, да, со своей методологией. Да. У нас с вами часто ведь одно и то же явление описывают кто? Патологи, то есть патморфологи, да, патофизиологи, биохимики, да, ну там еще биофизики, допустим, да, они вот то же самое явление, да, вот с разных сторон, разные механизмы описывают. За рубежом, надо сказать, вот этих трех дисциплин, которые у нас в ВУЗе преподают, да, патанатомия, биохимия, патофизиология, там нет, там единственная специальность – патология. Да, это у нас по традиции, вот мы как бы еще дробим все это дело. А там патология, где все эти механизмы рассматриваются, вот с точки зрения вот, процессов, изучаемых у нас отдельными науками. Что немножечко слушателю мозги как бы делит на три части. А вот очень хорошо объединить это все вместе. Да? Поэтому очень важно, что ангиотензин – это цитокин. Ну, инфильтрацию, роль комплимента я рассказывал, там вот хемотоксические факторы, да, анафилаксия, да, выработка. Вспомните тот слайдик, я вам показывал в прошлый раз, да. Ну и как это контролируется, чтобы свести к минимуму, апоптоз и клиренс мы только с вами некоторое время назад обсудили. Следующий слайд про матрикс. Про матрикс, да? Ведь у нас с вами избыточный матрикс, это основа гломерулосклероза, нефросклероза, да? Почему при одних нефритах этот избыточный матрикс нарабатывается очень быстро, да? То есть прошло там всего 3-4 месяца, год, и от клубочка ничего не осталось, сплошной рубец. Да? А у кого-то 15, 20, 30 лет, да, и все фильтрация медленно, медленно, 90, через 10 лет 80, через 20 лет там 60, и то есть человек дожил до глубокой старости и не от почечной недостаточности, от инсульта умер. Ну, правда, сниженная фильтрация стимулирует, так сказать, развитие кальциноза сосудов, да, то есть нельзя сказать, что так. Но в любом случае не от полного гломерулосклероза, да. Вот это очень важно, насколько контролируется продукция межклеточных веществ. Да, здесь баланс мы с вами говорили изначально, да. То есть компоненты, ну, можете еще разочек, я вам называл некоторые, коллаген, фибронектин, гепарансульфаты, вот эти три основные называл, да, ну, тут немножко побольше, да, и называл, что в нормальном матриксе мезонгиальном и базальной мембране мы говорили, что это тот же матрикс, только плотно упакованный, да, вот как войлок, да, что основным коллагеном является четвертый тип. Если там появляется третий, пятый, значит, уже какая-то болезнь, да, существует. Вот теперь TGF, как источник, да, стимул для развития межклеточного вещества коллагена. Ну и второй, вот тот фактор, который выделяется из тромбоцитов. Мы с вами про тромбоциты вспоминали как фактор, контролирующий внутрикапиллярную коагуляцию, да, простациклин, тромбоксан, да, вот баланс между вот этими двумя простагландинами, да, но в то же время
тромбоциты являются источником ростовых факторов. То есть, когда тромбоциты попадают или, так скажем, дегранулируют рядом с мезангием, они выделяют вот этот PDGF, да, flutter-derived growth factor, то есть ростовой фактор, исходящий из тромбоцитов. Да, вот. То есть он вызывает стимуляцию, пролиферацию мезангиальных клеток. То есть сама активация тромбоцитов, помимо образования внутрикапиллярного тромба, может вызвать пролиферацию мезангиальных клеток. Помните, я вам немножко так покритиковал курантил, когда мы больной смотрели, да, я говорю, очень любят, когда назначить нечего, давайте назначим курантил. Да? На самом, и тогда упомянул, на самом деле за курантила есть очень мощные эффекты, которые могут оказать полезную роль и в нефрологии. Да? Другое дело, что а, непонятно, как достичь этого эффекта, б, что нет прямых больших доказательств, экспериментальные есть, клинических. Значит, вот курантил – это антикагрегант, да, препарат, который предотвращает агрегацию тромбоцитов, соответственно, их дегрануляцию. Как только начинают тромбоциты слипаться, да, вот, при порезе, да, они слиплись и дальше начинают выбрасывать свое содержимое. Да. С одной стороны, это активирует коагуляционные каскады, это нам важно. Да. Фибриноген, да, и окклюзия пробкой, да, коагуляционной возникает. А с другой стороны, там же выбрасываются ростовые факторы. И начинают фибробласты нарабатывать коллагены, дальше межклеточное вещество. Это же рубец. То есть, когда происходит порез, первое, не умереть от кровотечения. Пластинки слипаются. Но первая фаза – это просто сосуд. Так сказать, спазм наступает. Дальше тромбоцитальная фаза, да, а дальше, собственно, образование уже тромба происходит. И одновременно стимулируется выработка межклеточного вещества. Рубец-то еще. Все это тромбоциты. Знаете, вот насколько все это дело связано, да? Вот, поэтому PGF играет не меньшую роль в образовании межклеточного вещества и, соответственно, гломерулового нефросклероза, как и вот TGF-бета. Да? Ну, собственно, вот эти две молекулы, трансформирующий фактор роста бета и тромбоцитарный фактор роста, вот те молекулы, которые действительно вызывают прогрессирование почечной болезни, и на которые пока управы очень мало. Но в то же время это важно с точки зрения биологической природы, да, вот человека, это спасение от кровотечения, да, это образование рубца. Для хирургов это благо, для нас с вами это беда. Для нас с вами, я имею в виду, не только как нефрологов, а как нернистов. Вот все механизмы развития потери функции органов наших с вами, да, кардиосклероз, это все то же самое. То, что мы сейчас с вами разбираем, да, TGF, и тромбоцитарный фактор роста, да? Цирроз печени, фиброз печени, да, то же самое. Патология суставов, да, то же самое. Легочный склероз, да, так сказать, пневмосклероз, да, то же самое. Совершенно универсальные механизмы развития склеротических масс, действующей паренхимы, да, которая вроде бы несет и с точки зрения биологии защитную функцию, но с точки зрения, так сказать, функционирования органа мы его теряем. Мы его теряем и теряем, так сказать, орган в итоге. Поэтому вот контроль за этими механизмами – это одна из важнейших задач внутренней медицины и биологии, так скажем. Ну, на закуску, чтобы этот раздел закончить, много-много лет назад, это были начало 80-х годов, слово цитокина только появилось. А так случилось, что, ну, я очень долгие годы проработал среди профессиональных иммунологов, иммунопатологов. Ну, так судьба сложилась, да, что у меня кандидатская была по клинической иммунологии. И вот Ирина Евгеньевна Тареева, когда, ну, нутром почувствовала, что за этим будущее, да, в первом меди не было мощной школы, как по клинической иммунологии, она была во втором медицинском.
вот академик Рэмпред Петрова, может быть, кто-то его слышит, и там в ЦНИЛе на юго-западе, да, там, сейчас уже не видно, это республиканская детская клиническая больница, и вот там с корпусами стоит этот СНИЛ второго медицинского, вот там вся эта группа Рэма Петрова локализовалась и как раз занималась экспериментом, ну вот все, что тогда шло в гору, да. Вот, и она меня туда на рабочее место направила, и, в общем, лет 5 приблизительно, если не 7, потому что часть из них потом ушли на Каширку, вновь образованный институт иммунологии, там я с ним проработал энное количество лет. Да? Ну, верю, к чему? Вот только слово цитокины появилось, да, и, в общем, человек, с которым я работал, как-то мы с работы уходили, он говорит: Евгений Михайлович, знаешь, вот, если человечество найдет способ контроля продукции трансформирующего фактора бета, да, мы победим склероз. И вот тогда эта фраза, как-то ее запомнил, абсолютно понимал, да, что за этим стоит. Ну вот что за этим стоит, я вам рассказал. Да. Вот. А это было начало 80-х годов. Сейчас мы с вами это 20-30, считайте, почти 34 года назад. Да. И вот то, что у нас появился некий пока механизм, который называется ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов, но все это очень слабенько и ненадежно. Но когда вовремя на первых стадиях ХБП мы начинаем, да, вот тут мы еще кое-что можем сделать. А что можно сделать при более выраженных, ну, это отдельная лекция, вы дальше услышите. Ну, собственно, мы с вами разобрали всю фундаментальную, если можно сказать, общую часть проблемы гломерулонефритов, да, мы разобрали основные иммунопатологические механизмы, причем я каждый раз пытался дать вам понять, что эти механизмы не являются какими-то уникальными для гломерулонефрита, они не являются уникальными для нефрологии, это вот всю нефрологию дальше будете болезни разбирать, и все то же самое увидите, да, и при васкулитах, и при инфекциях мочевых путей, да, и даже при амилоидозе, да. Там, так сказать, амилоидные белки все равно запускают продукцию и пролиферацию, да, с теми же факторами в итоге, да, поэтому картинка получается неспецифическая. Да. Вот. Но самое главное, что эти основы иммунопатологии – это вся внутренняя медицина.